Какой город называют культурной и спортивной столицей Австралии? Мельбурн – один из самых крупных городов Австралии, расположенный на юго-восточном побережье Зеленого континента. На почти 200-летнюю историю своего существования он был основан в 1835 году. Мельбурн из маленькой деревушки превратился в большой и красивый город. В викторианскую эпоху, как называется период правления английской королевы Виктории, длившийся с 1637 по 1701 год, в Мельбурн съезжались многочисленные охотники за золотом, банкиры и прочие любители легкой наживы со всего мира. Город начал быстро развиваться. Но с тех времен в Мельбурне сохранились различные старинные здания, в том числе и возведенные в стиле итальянского замка, окружающий центр города и сегодня являющийся музеем. Мельбурн по праву считается не только культурной, но и спортивной столицей Австралии. Помимо праздников, фестивалей и карнавалов, здесь проводятся и многочисленные спортивные мероприятия. К примеру, открытый чемпионат Австралии по теннису, гран-при Австралии в автогонках в классе Формулы-1 и другие.